Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. Сегодня разберем некоторые аспекты и преимущества алгоритмической торговли, ручной алгоритмической торговли в частности. Я не использую никакие дополнительные помощники, роботы и так далее. Да, все руками. Значит, что есть вообще алгоритм, для чего он нам нужен в торговой стратегии и с чем его едят? Значит, первое, с чего нам нужно начинать, это некие вводные данные. То есть для нас это будет домашнее задание, которым выполняется ряд условий для того, чтобы инструмент попал на лист. То есть вводные данные есть. Далее у нас происходит отфильтровывание сделок. Да? То есть для того, чтобы зайти в сделку, нам необходимо выполнить ряд условий. Если эти условия выполняются, да, мы переходим от одного к другому. Первое, второе, третье и так далее. Если все выполняется, то после выполнения последнего условия мы принимаем решение о входе в сделку. Далее у нас есть сопровождение сделок. Да? То есть мы можем действовать некоторыми образом, ну, различными, скажем так, образами. Для того, чтобы торговля была именно системной, алгоритмической, мы в случае выполнения ряда условий размещаем ордер на вход, ставим take profit и stop loss. Это первый вариант действий. Второй вариант действий, мы делаем то же самое, но плюс сопровождение. Да, то есть у нас будут некие последующие вводные данные для принятия решения. То есть если сделка пошла по плану, у нас одни условия. Да, мы можем там отодвинуть тейк, например, там, перенести стоп-лосс в безубыток при достижении, скажем, ценой соотношения 2 к 1 и так далее. Есть там третий вариант действий. Если сделка пошла не по плану, например, нас открыло и начинает пилить уровень, можно там прибегнуть к минимизации убытков, сократить часть позиции и стоп оставить там, где есть, да, то есть обесценивание. Можно в случае, там, например, если один к одному прошли, можно и потом начинает пилить, да, можно просто закрыть сделку, да, то есть если не идет, там поводырь развернулся и так далее. И это все условия для принятия решений. Если мы это все будем использовать, мы сможем в будущем анализировать свои сделки на выполнение и этих условий, и на соблюдение условий после входа в сделку. Тем самым мы можем отфильтровать. Например, мы ставим стоп без убыток при достижении ценой соотношения 2 к 1. После этого нас выбивает, а потом цена идет в нашу сторону. Это значит, что мы можем не переносить стоп без убыток, да, то есть мы довольно часто будем оказываться в той ситуации, когда мы не добираем. Либо, например, после фиксации там 3-4 к 1, в случае наличия там, опять-таки, входных, да, значений каких-то и факторов, которые мы не учли, инструмент идет там сильно больше, чем 3 к 1, то есть мы опять не добираем. Это все тонкая подстройка торговой стратегии, которая должна складываться в том числе из торгового алгоритма и выполнения ряда условий. Значит, первое, вводные данные. На живом примере покажу. Попала на лист интересная монетка, называется DAR. У нее не очень объемы, но время от времени она подскакивает именно по объему и попадает на лист. Ситуация следующая, да, я люблю такие инструменты, которые, ну, вот она в целом валится, временами подпрыгивает, а после того, как подпрыгивает, дает на торговке и заваливается обратно. И каждый раз, да, после того, как мы дно поставили, очень сильно подбросили нас, и нас распродали в основании импульса, и потом даже дальше вниз. Последующие подскоки были однодневные, да, всплеск и укатывают опять в основание, опять всплеск и укатывают в основание и ниже. Обновляя минимум. Опять всплески и укатывают. И так было много-много раз. Это значит, что мы можем предположить, что и в дальнейшем будет ситуация повторяться. То есть у нас выполняются условия, которые были уже до того. И значит, с этим можно работать. После этого подскока очень сильного нас укатали, дали локальную остановку и далее в продолжение. И нас опять распродали, да, весь этот рост был распродан. Аналогичная ситуация, не очень хорошо стояли. Аналогичная ситуация, мы и приехали на ретест, получается, да, вторичный, первичный вот этой точки срыва, и после этого поджимались, то есть мы наторговались, я сейчас, ладно, что-то я прям давайте покажу, мы после того, как пробили, потестили, и вот нас здесь возили-возили, но в конечном итоге прижали
к низу, и мы получили неплохое движение, и даже тут продолжение можно было пробовать добирать. Значит, алгоритмическая торговля складывается из изначально выполнения вводных данных. У меня в алгоритме прописано, что для торговли вот таких вот ситуаций это как долгий контртренд, то есть нас должны подбросить, либо пролить и потом долго-долго возить. Если это происходит, то я жду финальные, да, условия для выполнения, для размещения, точнее, входа. Точки входа, да, ордера. Я жду, когда будут прижимать и будет снижение волатильности. Здесь прям не супер прижали, но дали вполне себе точку входа на срыв с адекватным стопом и отличным движением, там порядка 11%, да, даже чуть побольше. Это сделка с возможным заделом на снижение сюда вот в основание. То есть здесь будет отличный запас хода. И можно будет пробовать тянуть, там часть закрывать, часть дальше сопровождать. Если снижение продолжится, то можно будет посидеть подольше в позиции. Это тоже можно описать и прописать. Если вы будете применять такой подход, то со временем у вас и глаз привыкнет к поиску аналогичных ситуаций. Если вы будете обнаруживать то, что видели уже до того на графике, вы будете знать, чего ждать в дальнейшем. То есть вам будет легче сопровождать. Если там, не дай бог, небольшое какое-то движение начинает выкупать, сделка уже не идет по тому сценарию, который вы ожидаете. То есть можно, опять-таки, прописать условия, когда вы будете выходить из позиции, если сделка пошла не по плану. Условия, условия, условия. Чем больше и четче вы опишете и найдете примеры вот этих вот «если то», то сделки будут более системные, которые можно будет повторять из раза в раз. Они будут все максимально простые. Если торговля алгоритмическая, спустя время вы можете там через год открыть скриншот сделки, именно в момент входа, да, скринить вот эти вот ситуации. И если все выполняется, если вы ничего не придумываете в тех или иных ситуациях, вы будете себе говорить: да, сделка хорошая, я молодец. Если вы открываете спустя время сделку, при этом вы не меняли свою торговую стратегию, не понимаете, почему вы там зашли, значит, в какой-то момент, да, эмоции немножко затмили сознание, и вы там что-то себе напридумывали. Используйте алгоритмическую торговлю, она сильно упростит ваше понимание, да, и взгляд на те или иные ситуации. Чем проще, тем лучше, да, то есть не нужно ничего мудрить и придумывать. Кто хочет научиться, сканируйте QR-код, заходите на картель Market, на курс, научу, покажу, объясню, дам свой алгоритм как пример, напишите свой, со своими примерами и будете, я уверен и надеюсь, что торговать плюс на дистанции. Всем спасибо и удачи. Не забывайте про стоп-лоссы. Пока-пока.